Гуляш из курицы готовится быстро, просто, в нем не так много калорий, как у мясного гуляша. Добавим овощей, вина, специй, будет так вкусно, что просто пальчики оближете. Накормите 6 голодных человек. Как приготовить гуляш из курицы? 1. Курицу надо разделить на кусочки и промыть, можно купить только ножки или крылышки. На ваше усмотрение, если обедать у нас будут 6 человек, то желательно, чтобы каждому по кусочку и досталось. Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Вот что нам понадобится. Курица 1 штука, или кусочки курицы. Соль, перец, по вкусу. Масло оливковое, 2 столовые ложки. Чеснок, 3 зубчика. Луковица 1 штука, большая. Помидоры, 4-5 штук. Белое сухое вино 1 стакан. Куриный бульон 1 стакан. Томатная паста 2 столовые ложки. Каперсы 1 столовая ложка. Розмарин 1 чайная ложка. Петрушка по вкусу для украшения. Количество порций 6. Палец вверх или вниз, комментируйте, подписывайте. Удачи, друзья, заходите.